Всем привет, мои дорогие виноградинки, вы на канале Киш-Миш Плей, меня зовут Иван, а мы с вами продолжаем Мертвую Петлю. Давненько я здесь не был, в данной игре, я уже, если честно, даже подзабыл, что здесь как происходит. Я помню, что мы в прошлой серии нашли вот эти вот комплексы РАП, они, насколько я помню, называются. Нужно их все обыскать, а потом нужно будет, кстати, в этом вот замке, который сейчас на картинке, привести план в действие. Помнишь, что это? Ты давно знала, что ты моя дочь? Да, кстати. Большая, да. Потому что я не знал, и это... извращение. Ага, то есть ты думал, у нас с тобой? Да, в смысле, нет. Ты так думал и до петли. Видно, уже все забыл. Зачем ты это делаешь? Чтобы шокировать. На нервах играю. Это же весело. Да, кстати, Джулиана дочь Кольта, как бы, если кто не понял, она его дочурка. Дочь. У Кольта здесь, оказывается, была... Не то чтобы семья, но была любимая женщина. А что это за звук? Что это было? А что произошло? Трибунал. Как-то странно среагировал. Я с этим шипом, что ли, не бегал? Я не понимаю. Нет такого ассистента. Пыль вытирать и отстреливать всяких интервентов. Ну, этот ассистент умеет открывать ставни и запирать замки. Это какое-то дополнительное действие. Я что-то не помню такого. Я что-то новенькое взял, уже забыл, что за пушку взял. Я надеюсь, что я ее сохранил. Он здесь? А, подожди. Так я этот открывал же, раб, нет? А, точно, я понял, что такое. Это... О, спокойно. Он, кстати, утром сгорает. Так, камертон. Камертон, да. Вот. Мы же здесь были, мы видели этот ракетоносец, но теперь можно пройти дальше. Дальше-то мы не ходили. Прочесть. Приветствую, гражданин. В случае схлопывания аномалии, нападения неприятеля, критического сбоя системы или другой экстренной ситуации, электростанция комплекса сработает как огромный предохранитель и обесточит следующие объекты. Бла-бла-бла-бла-бла. Код регулятора мощности 787. За отчизну. Мы это читали. Капитал. Скоропись. Контрштаг. Мы нашли все три названия, и теперь мы, собственно, пришли сюда. То есть нам, чтобы сюда попасть, нужно было знать три этих слова. О, Кольт еще один, здорово. Работайте уже, долбанный жестянка! Ты охренел! Не заводится, падла! Да, а сейчас? Иди ты нахер! А что с тобой? Ты здесь за тем же, зачем и я. Зачем же? Чтобы перебить всех ублюдков на этом сраном острове! Да разорвать петлю. Да ладно! Каждая сволочь на Черном рифе заслужила порцию дроби в живот! Этот гребаный ракетоплан вообще не заводится! Все просто. Он и не заведется, пока не убиты семеро идиотов. А что мы здесь пришли? А ты откуда знаешь? Ну, прочел кое-где. Ну, короче, мне умные люди подсказали. Что я уже знаю, кот? Это вообще как понимать? Все просто. Надо быть умнее. И запасаться оружием. Так? Херь ты какую-то несешь, мужик. Может. Но на этом я полечу. Надеюсь. Он на этом, кстати, уже летал. Летал он на этом. За горизонтом. Окей, что за горизонтом? Вы завершили радиомолчание. Все? Мне по факту осталось теперь хлопнуть идеологов? Всех. Что это такое? Раб защищен аудиозамком. Ну, это я все сделал. Это старое задание, старые задания, которые я уже выполнил. Мне из идеологов осталось промутить только схему вечернюю. Вот эту. Какую, где она? Нет. Видишь, все выполнено. По идеологам все выполнено, кроме одного. Я сейчас пытаюсь найти, где оно. Это завершено. Вот где? Вот. Вот. Пожрать? Блин, на этого Дорси. Я его всегда убивал без... плана действия. А сейчас нам нужно сделать это с планом действия. сделать с планом. То есть до этого мы без плана его убивали. Я просто заблановался и гасил всех. А сейчас надо добраться до его пульта управления. Кстати, код-то я записал, но я его не помню. я там, где записывал, код-то выбросил. Ну, найдем еще раз. 4-2-2-2-2 вроде было. 4-2-2-2. А, здесь же можно идти. Нет смысла никуда далеко бежать. Вот же выход. Зачем? Зачем мне бежать туда, если я могу выйти здесь? О! Да, надо валить. Надо валить. Я почитаю, что сейчас делает этот... наша куколка новенькая, шип этот. Чё-то как-то слишком он прикольно с каким-то эффектом разным. С разными эффектами. Надо проверить.
Так, радиомолчание завершено. Мне получается завалить... О, покажет мультик. Я добыл себе ракетоплан. 7 трупов идеологов под капотом. Короткий полет, и вот ядро стабилизатора. Ну что, принимай гостей, Джулиана. Джулиана — это его дочь. Он собирается завалить дочь. Так, ну мне по факту только... Так, происходит вечером. Пожиратель, вот, пожиратель Агнцев. Нам надо до вечера ждать. Надо ждать до вечера, пропускать день. Так, происходит вечером, происходит... У меня больше заданий не осталось. Ой, подавился чуть-чуть. Больше заданий не осталось. Кстати, Винс Д теперь по умолчанию туда приходит. А почему этот не пришел? Потому что я его не испортил, этот, не испортил его эксперимент. Я надеюсь, мне не придется еще один день запускать и всех их вот этот план действия приводить. Ну, то есть, портить эксперимент, приглашать Винс Д, потом этих убивать двоих, потом этих. Я надеюсь, что игра такая, ну, ты все это уже сделал, и не один раз, кстати, некоторые оппозиции сделал, поэтому... Я думаю, что сработает и так. Ну, как раскопки твоей амнезии? У меня ракета-план, а тебе завидно. Конечно, мечтал и разбился в ржавом ведре. А что, я на нем уже летал? Шип. Тогда почему я до сих пор на острове? Да потому что ты в итоге все понимаешь. Остров классный. Но почему утром я хочу все прекратить? Это лучше ты мне объясни. Одна песня. Башка трещит, людей обманули, будто тебе есть дело. Да, мне есть дело. Да? Ну, уж как скажешь. Какая? Говорю же, это большой секрет. Надо послушать секрет большой. Выкладывай уже. Ладно, ладно. Лучше всего смотреть фейерверки. Прямо у сцены. И все? Это весь секрет? Иди убейся. А чё? Это будет такое зрелище. Да уж надеюсь, знаешь ли. Я себе все яйца отморозил. Взять кольта живым и запульнуть в небо свечкой. А что? Фейерверк? Я не понял, что делать. И у меня он не прокачан, кстати. О, я надеюсь, что я не забуду его... Я надеюсь, что я не забуду его сохранить. Вроде прикольно выглядит. Идиолог и основной спонсор программы ЭО. Опа, собирай. Это короткое обращение к гостям моей самой закрытой и крутой вечеринки пожирания... Крупнокалиберных нету. Сейчас не надо. А куда я крупнокалиберные потратил? Он определяет рядом врагов, я понял. Так, это удобно, кстати, потому что я третью не видел. А Фрэнка, кстати, мы тоже подпортили ему эти. Салют его. Так, тут никого. Там заподозрил. Ну давай. Сейчас он немножко попаникует, потом успокоится, я потом его завалю. Да, блять. Они ж не прибегут еще новые. Это я как-то борзо начал сразу делать все. Я как бы подобраться сейчас там и пулемет. И это у нас датчик. Я каждый раз на этом датчике обламываюсь. Есть. Все. Я сейчас подожду немножко, восстановится энергия, и двинемся дальше. Ага. Потому что здесь же можно как-то проползти. Как выгляни? Ты че? Играем в стелс.
Не впервые, конечно, уже как-то играли в стелс, но... Так, этих лучше деактивируют. Просто если нападут... Ну как нападут? Если здесь сюда случайно кто-то пойдет, поднимется пальба. А мне пальба сейчас не нужна. Пальба мне сейчас вообще не нужна. Я бы вообще обошел бы вокруг просто всех. Просто обойти можно? Я взломал турели, они все поняли? Это все? Может активировать на всякий случай, чтобы у меня спина была прикрыта? Ладно, не буду. Пускай будет деактивировано. Здесь не пройти никак в обход, нет? Ой, что, гранату достал? Успокойся, тебе граната не нужна. Граната тебе не нужна, абсолютно. Так, надо в обход как-то. Здесь вам... Блядь, Джулиана. Джулианы только не хватало, ну это серьезно. Джулиана просто очень любит в неподходящий момент появляться. Я случайно убил Алексиса. День впустую, надо заново все перезапускать. Это все подпортило Джулиана. Если бы не Джулиана, все было бы хорошо. Ну ладно, я сам косячу. Кого я оправдываю? Так, с чем она была, кстати? С перечницей? Я видел у нее в руках крутую... А вот, крутая винтовочка. Чем больше вы держите спусковой, тем больше урона несет выстрел. Оптически хотел, чтобы видеть, точнее стрелять. Давай мы вот эту пока скинем. И... ну что, резидиум поглотить. А не осталось больше? Тут же еще должен был второй быть Алексис на месте прямо тут. Я же его здесь и завалил. Ладно, на выход. Что остается? На выход уходим. Уходим на выход. Жалко. Конечно же жалко. Слушай, неужели не осталось никакого брелка, никакого? Ничего не осталось? Почему здесь все так пусто? Я же вот прямо здесь Джулиану хлопну. Ладно, перемотаем день, быстренько. Быстренько сейчас перемотаем день. Попробуем еще раз. Свидос вообще. Кто пойдет за мной, его ждет неприятный сюрприз. Прикрыл спину. Да они так далеко не пойдут. Они так далеко даже не пойдут. А, антенна. Я про антенну забыл. Антенна всегда здесь в одном месте ставится. Возле квартиры культа. Ладно, побежали. Я же забыл совсем про антенну. Тут залезу, интересно. Ой, залез. Тихо. Там пулемет активировался. Почему турель мне не помогает? Я же ее активировал. Она далеко стоит, видимо. Ну ладно, пускай там хотя бы прикрывает. Ой, патроны закончились. Ну вот это уже лучше. Тихо.
успею. На последнем просто. Мне и так прекрасно. Ты понял? Мне впервые в этой игре, когда я нашел аптечку, они не понадобились. Вот так вот надо играть. Ладно, живите, не буду раскрывать. И салюты заработали, значит, мы и Фрэнка тоже не завалили. Ой. А, не страшно. Абсолютно не критично. Вот теперь он очень далеко прыгает. Так, не забыть сейчас посмотреть оружие и сразу перемотать опять на вечер. Еще раз будем пробовать. Я надеюсь, что сейчас просто на меня не нападет Джулиана. И я случайно не убью опять Алекса. Так, стой, не туда ты пошел. А вот сюда. Валить отсюда, да. Валить, все. Ну я проиграл, мне нет смысла там опять ходить. План в действие не приведу, когда Алексис мертв. Его можно привести только когда он жив. И надо абсолютно бесшумно пройти. То есть, если даже Джулиана появится, то она меня... Так, Резидиум, давай посмотрим. Давай нас с этим пускай останется. Окей. Большие карманы, вы можете нести больше боеприпасов. Всегда пригодится. Ну, пригодится, согласен. Это пожертвую. Всегда под рукой нахер. И ароматизатор тоже. Новый день. Новый день на данном острове. Сразу вечер. Будет сразу новый вечер. Проснулись, улыбнулись, погнали. Давай, Кольт, вставай. Я буду сразу перематывать. Ну, а какой смысл? Мы все сделали. И вечерочек. Слушай, она реально по умолчанию сюда приходит. То есть мне нужно будет только разобраться с его этим экспериментом утром. А, нет, мне утром надо сюда идти в бухту, завалить того... Тучевиху, которая только вылазит. Подожди, я посмотрю боевой свой набор, что у меня по оружию. Пули раскрывают... А, и отмечают противников. Хорош. Хорош, хорош, хорош. Давай посмотрим эти брелоки на него. Нужна мне точно быстрая перезарядка. Подожди, а что у меня есть вообще из оружия всего? Как мне свой арсенал открыть? Или нет? У меня есть еще... Много всего, кстати. У меня много классных пушек. Удерживайте. Надо... А я еще один насытил, да, получается? Я насытил две одинаковые винтовки. Ладно, молодец. Эхолокация. А вот это что? Смертельная метка. Вот, мне надо здесь снять все брелоки. Вот. И поставить их сюда, по факту. Мне нужна быстрая перезарядка сразу же. Потом мне нужен... что здесь? Шквальный огонь вряд ли. Отдача становится намного... немного слабее. Что здесь еще? Большой магазин. Давай. Это прекрасно. Будет шквальный огонь. Скорострельность. Ну, давай скорострельность. Почему нет? Окей. Что здесь у нас? Снайперку будем использовать вообще? Да, давай будет. Пускай будет снайперка. Только надо сейчас тоже что-нибудь туда поставить. Так, ну, немного слабее. Быстрее прицеливаетесь. Я думаю, для снайперки это нормально. Быструю перезарядку мне еще есть. Окей, все. Все. И скорость. У меня на перечнице нету брелков тоже. Вот прикол. А, у меня есть на этой. Чем дольше вы стреляете, тем меньше разброс. Истекает кровью. А что у меня выбрано? Кровью истекает. Не, давай лучше, чем дольше я стреляю, тем меньше разброс. Вот. Все. Я собрал, в принципе, нормальный сет. Можем идти в атаку. Окей. Так, тут у нас есть что добавить? Улучшение. Не помню, я второй поднимал. Нет, второй не поднимал. Тут улучшения какие? Длинные руки и полет. Есть еще меняло. Используйте смещение, чтобы обменяться местами с противниками. О, нет. Прыгнул в ловушку и поменялся с местами. Вот это, вот я называю это. Используйте фантазию. Активировать план. Еще разочек. Сейчас все будет четко. Я тебе говорю. Мы сейчас план, мы путь уже знаем. Мы путь уже знаем, куда нужно идти. Опять с Джулианой поговорим, но путь мы уже знаем. Я же только что это все делал, поэтому я сделаю примерно так же.
О, дай подумать. Ничего, ничего и ничего. Знаешь, на нее я похожа больше, чем на тебя. Не верю, не могла она быть такой. Сначала она влюбилась в тебя, родила меня, а потом заболела. Ты скучаешь, понимаю. Сам бывает тоскую по тому, чего и не помню. Ты сделал выбор, Кольт. У меня хватило духу попрощаться. Надо ее спасать. Чисто и красиво. Ты видел, как вообще профессионалы работают? Радар классная штука. Сейчас быстро и красиво, как профессионалы просто. Промазал что ли? Опа, у нас тут снайпер есть. Подожди. Ну я не знаю, имеет ли смысл сейчас стрелять со снайперки. Ну потому что она здесь. Или он. Сейчас пусть я позицию получше возьму. Ну конечно я молодец. Все сразу на стрём сели. Кстати, стоя больше требуется этого энергии. Нет. Надо вот их деактивировать, опять, чтобы шума не было. Снайперку больше не достаю. Снайперку больше доставать не буду. Это была очень плохая идея. Я забыл деактивировать. Ну ладно. В принципе. В принципе, ничего страшного, да? Ничего страшного, но как бы это. Нихуя себе. Это не я их убил. Это их убила турель. Не знаю, кто вас тут настраивал турели, ребят, но это дело. Это не моя вина. Мать, Джулиан, опять. У меня гвозди закончились, я не могу перезарядиться. Джулиан, зря ты ко мне меня полезла, а? Опять, кстати, с неплохой снайперкой. У меня такая-то жесть.
А кроме снайперки с тебя больше ничего не выглядит. А, ну, и это уже резидиум, это уже даже не улучшение. У меня уже я столько раз это улучшение поднимал, что у меня все больше не лезет. Я надеюсь, что я сейчас найду себе гвоздей. Так, ну да, здесь есть проход. Я курю, это хочу. Даже у врача в кабинете. Даже на похоронах. Даже в кафе. Вот прямо под чужим столом. Плевать мне на всех. Понимаете? Это кто? Винзе. Ну, не жадничай. Лучше бы гвозди лежали. Мне и так прекрасно. Кольт здесь! Нам нужны все силы! Вот это я тебе... Успокойтесь, нет? Ну что, ребят, успокойтесь. Верну. Кать! Сука. Не везет мне с этим заданием-то, а? Очень сильно просто. Пиздец, блядь. Тише, может, ты услышишь. Опять не на тупом пинжал. Так, опять еще антенну надо открыть. Какой-то порочный круг просто. Порочный круг для мертвой петли. Конечно. Конечно же. Очень неудачно. Очень неудачный заход. Очень неудачный заход. Еще одна попытка. Еще одна попытка. Туннели открыты. Спасибо. Кто здесь? Подожди, здесь что-то есть? Вау! А что это за такое? Кнопочная панель. У меня нет. Ну конечно же, у меня нет пароля. Сейчас, подожди, я разберусь с этими ребятами. А, сюда можно было все это время зайти. О, прикол. Сейчас под. А, маски какие-то, но они, видимо, здесь ширяли сидели. Будильник. Активировать. Ну, конечно, за... Да, я не найду сейчас. Подожди. Это моя турель, между прочим. Поищем, кого прихлопнуть? Есть там что? Надеюсь, это не Кольт. Надеюсь. Кто-нибудь выйдет? Проверьте друга своего. Он может еще жив? Хотя после выстрела снайперки вряд ли. Опа. Подожди. Это музыка хаоса. Сама прибежала, даже не шевелил. Все? Они, скорее всего, здесь, подо мной. Вон там. Ага. Как я тебя не заметил? Интересно. Все равно немножко кот. Слушай, вторая попытка неудачна. Но, знаешь, как говорится, бог любит троицу. Третий раз точно получится. Опять перематываем день, опять все сохраняем, чтобы там... Что мы там взяли? Мы ничего не взяли. Арсенал вообще никак не изменится. Ничего нового. Самое дурацкое задание. Блин. И ведь подняли тревогу, но по факту я-то не убил Алекса. Ну все, тревога поднята уже, больше ничего не сделаешь. Ой, блин. Начать новый день.
А Винс Дзе где-то там осталась живой. Проснулись и улыбнулись, Коль, третий раз за игру. Ой, за серию. Сразу на вечер. А здесь нельзя сразу на вечер перемотать. Надо прям каждый раз так делать. Ну, понимаешь, игра такая. Сам принцип игры такой. Ты должен, ну, как бы, не то чтобы страдать, но хотя бы не так все просто было, да? Но здесь они реализовали это так. Так, ладно. Но я неплохо справляюсь же, правильно? Неплохо. Нормально. Скажи, ну, нормально же. А то я переживаю, что как-то лажаем постоянно. Что Джулиан расскажет в этот раз? Теперь серьезно. Что было в мои первые 17 лет на Черном рифе? Я был один? Ты сказал, что не помнишь. И я тебе верю. Я ни хера не помню ни про тогда, ни про сейчас. Как я все время попадаю на этот остров? Ну, тут загадка. Может, она тебя и манит? Или ее-то я с тех пор и пытаюсь уничтожить. Ошибаешься. Но это логично. Я потерял 17 лет. Уже начал забывать, зачем я здесь. Я просто хочу прекратить. Да, ты все это сделал, зная, кто я. Тебе больно, я знаю. Но пойми, что нам с тобой пора уходить. Сегодня, вчера, 1000 дней назад. С первого дня, уж не знаю, сколько мы тут заперты. Лучше бы ты тратил свое время не на разрушение, а на то, чтобы понять остров. Я себе все... Я скоро уже наизусть выучу, где здесь все патроны лежат. Не буду сейчас снайпера стрелять. Вот сейчас Балагур должен умереть. Ну, если бы я взломал. Лучше не вставать, ты когда встаешь, у тебя больше тратится магии. Назовем это так. Тревогу не подняла? Почем зря. Так, а здесь рядом нету, наверное, нигде этих не будет лечилок. Я по дороге найду. Слушай, а с той стороны никак не обойти? Можно проверить, походу. Хоть. 17 патронов осталось. Семнадцать патронов. Это очень мало. Хватит мне патронов. Спокойно. Вон там дырка есть. Пойдем попробуем. Что это за туннели такие? Забери. Кого забрать? Кар? О, рукописные пометки. Эти символы явно указывают на различные уголки даунтауна. Это оборудование программы, что еще? Кто его здесь поставил? В некоторых из отмеченных точек есть таблички про невезучую Мэри. Совпадение? Не знаю. Кто придумал эти символы? Монтелло, секретная игра.
С утра чуть не упал, добираясь сюда. Надо быть осторожнее, иначе в честь моего невезения тоже повесит табличку. А может, вершины указывают на положение остальных относительно первой точки? Именно так. Первый символ это подтверждает. Черт, если я не решу головоломку до первого дня, то придется каждый вечер открывать его заново. Но вдруг там находится нечто такое, что я захочу доставать каждый вечер. Трижды его. Забери все. Я ничего не понял. Ну, код я, естественно, не знаю. Чтоб я дознал код, вау, это было бы нечто особенное. А, мы под мордой этой. Не, я здесь не пройду, подожди, я хотел там пройти. Я хотел пройти там, я видел там дырку в стене. Вон там. Там же дырка есть. Вот тут. Можно же залезть? Не дырка, а окно. Так, поместье Дорси, я добрался. Я добрался до поместья Дорси, отлично. Что за гадость? Шоколадное пиво. Алексис его обожает. Алексис, а не Алексис. Неправильно эту дрень оставлю. Так, куда мне нужно? Кстати, я уже достаточно близко. Ой, так я вообще близко. Я каждый раз не с той стороны ломился. Я опять здесь. Вот, вот он проход. Ладно, будем пробовать. Тогда не получилось, я тогда просто упал. Ну, то есть. Ни к чему. Ну, давай попробуем. Пожалуйста, только получись. Нет. Тихо, восстанови. Я курю, где захочу. Даже у врача в кабинете. Даже на похоронах. Даже в кафе. Во! Это Винс-Дзе. Понимаете? Все, слезай! Так, ладно. Это же тот самый пульт. А эту музыку Дорси типа сам сочинил? Нет, это не то. Да нет, просто танцевальное. Алексис у нас любит умную музыку. Такую умную, что никто кроме него под это не танцует? Нет, это не то. Он сочиняет каждое утро третье на толчок. На завтрак он ест бутылки, а зубная щетка у него из золота. Я забыл, какой код должен быть, подожди. Здесь же есть... Так, не отслеживать, вот зацепки нужны. Даунтаун. Я записал тогда ее, ну хоть сейчас заходи пересматривай. Нет. А задание мне не напишут, конечно же. Четыре, два, два, два вроде было, нет. Ладно, пойдем искать. Где-то выше должно быть. Ну, то есть был же здесь где-то этот туалет, и туда надо попасть. О, так, кстати, удобнее. Так, нужно наверх. Аккуратненько. Давай, что? Так вот пройдем их все. Кто-то есть прямо на крыше. Да, я помню. Мы здесь были. Тут происходит вся ахинея. Ага, я знаю. Спокойно. Так, это мы уже не читали. Мне бы гвоздей, конечно, еще бы найти. У меня сколько? 15. Так, это ванная. О, 3, 4, 1, 2. Каждый раз новый. Классно.
3-4, ну, я бы запомнил, наверное, 3-4, ну, окей, тогда двигаемся дальше. Сейчас не надо. Ну, конечно, не надо, ты не пользуешься, когда гвозди нужны. Кто же в туалете гвозди хранит? Кто вообще в туалете хранит микшерский пульт или, эту, или патроны обычные? Ну, не жадничай. Жадничай. Так, ладно, давай вернемся аккуратненько обратно. Ну, я смотрю, Алексиса здесь не очень любит. Гвозди нет? Ой, гвоздики есть. Спасибо. Уже неплохо. Уже неплохо. Я смотрю, Алексиса не любят, и Егора не любят тоже. Давай на всякий случай здесь вот. И вот так вот сюда. И уйдем отсюда. Нарядно. Так, сколько было? 3, 4, 1, 2. Ну все. Ничего не меняется. Или 4, 3, 1, 2. Или надо подождать. Все софиты на меня! А, наверное, получилось. Есть! Да! Чтобы разорвать петлю, мне нужно всего-то убить 8 ублюдков за один день. Сейчас главное выйти отсюда. Вижу тебя! А туда не денемся. Надо занять какую-то позицию поудобней. Хотя бы такую. Мне просто держать оборону, все. Просто держать оборону с двух мест. Они сами придут. Они сами придут, я их всех убью. Убийца вы, типа, кто? Когда нечего терять, они вообще не страшны, да? Но когда ты уже выполнил задание и нужно выбраться отсюда... Уже становится схема. О, он застрял. Текстурка. Ну, все, наверное. А, так это ж так он подъявил. Мне кажется, я даже улучшений уже никакой у него не заберу. А нет, есть. Окей. Есть. Надеюсь, это... Блин, надо на перечницу было ставить тоже быструю перезарядку. У меня же есть. Чё я тупанул? Все, ладно. Будем сейчас активировать турели здесь. До сих пор не спорите? А, я турель же это не взламывал, точно. Хорошо, Джулиана не пришла, не надо мне взламывать эти туннели, просто бегаем и все. Получилось. Если кто-то пойдет за мной, его ждет неприятный сюрприз. Очень неприятный сюрприз. План на самом деле был неплох. Ну, типа, включить его музыку, выйти на танцпол, вычислить. Но логичнее же тупо убить всех. Просто всех. Весь его клуб зачистить. Я каждый раз так и делал. А тут, оказывается, нужно было вот так. Наповал.
Окей. Давай сейчас посмотрим брелочки, которые я там пособирал. Надо же сохранить какие-то. Я же с Алекса скину, снял парочку. Парочку штучек-то я взял. Продолжить. Есть, продолжить. Есть. Смотри, сколько много всяких. Давай смотреть. Так, резидиум. Что у меня по брелокам? Двойной удар. Нет. Тусовщик. Вы получаете меньше урона в людных местах. Нет. Опытный стрелок. Держа по пушке. Нет. Последний шанс. Нет. Это у меня все есть. У меня все это есть. Так, ароматизатор не нужен. Перфоратор у меня есть. Замедляющая сила. Это тоже. Вот большой магазин оставлю. Большой магазин надо насытить. Может, кстати, сейчас кто-нибудь поставим. Мясная бомба. Поражённый корнец на цели взрывается при нанесении урона. О, прикольно. Так, я здесь точно нет. Здесь точно нет. Начать новый день. У нас что, сейчас новое задание будет? Вроде я понял. Утром Харриет в Карловой бухте. Да. Заодно подготовлю фейерверки для Фрэнка. Да. Потом в комплекс, чтобы испортить Егору эксперимент. Совершенно верно. Во второй половине дня проведаю Голубков. А потом вечером добиваешь. Потом завалюсь на тусу, скажу там привет Егору, Венце и Алексису. А потом на ракетоплане к Джулиане. И разорвать эту грёбаную петлю. Звучит как план. Звучит как план. Мы к этому, конечно, шли очень много серий. Блин, я уже сбился со счета, какая тут вообще серия у нас по счету. Что я хотел глянуть? С чем мы пойдем в данное чудесное путешествие? Так, а что это такое? Еще повоюем. Вы восстанавливаете больше общего здоровья. Максимум здоровья заметно увеличен. Давай мы, наверное, вот это уберем. И я хотел, наверное, арсенал. Вы можете нести больше боеприпасов. Всегда пригодится. Очень. Блин, не то поставил. Тут было то, которое увеличивает мне здоровье. Так. Нет, не больше общего здоровья. Мне нужно, которое... Вот, максимально заметно увеличено. Окей. По перечнице. Что у меня по перечнице? Брелоки. Шквальный огонь. Вот шквальный огонь поменяем на быструю перезарядку. Ага. Снайперка не нужна. Мне, в принципе, снайперка я как-то не особо запользовался. Что мы возьмем вместо снайперки? Чтобы взять место. Может, дробовик? Кстати, дробовик. Ближний бой, все как я люблю. Что здесь? Ага. Давай посмотрим по брелокам. Тоже бы быструю перезарядку, на самом деле, хорошо бы. Подожди, да, я со снайперки быструю перезарядку сниму. Так, как это сделать вообще? А. Вот сюда. И мне нужен быстрая перезарядка. Которая не используется. Вот. Замедляющая сила. Нанесение урона... Нет. Вообще, это вот... Не надо никому это. Большой магазин. Вот большой магазин надо. Удар молнии. Для дробовика неплохо. Все. Дробовик. Так, тихий дробовик. Короче, у меня одна пушка тихая и две пушки для веселья. Все, отлично. Что я, кстати... Я же карнезис еще нашел. Но карнезис я не использую абсолютно. От слова совсем я карнезис не использую. На этом моменте серию заканчиваем. В следующей серии пойдем разрывать, блядь, эту петлю уже наконец-то. Спасибо, что досмотрел до конца. Надеюсь, тебе понравилось, было интересно. Ставь лайк, комментируй, подписывайся. Всего тебе хорошего, замечательного, самого наилучшего. Счастливо, пока и до встречи в новых сериях.